Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем покрывать лаком фишки от Nard. Значит, они потеряли свой цвет. Видите, вот это уже зачищенные. Будут у нас светлые. Это мы фишки покрасили в черный цвет. Использовали вот такую вот краску. Краска Art Pearl Graphite 80 мл от Versart. Стоимость такой баночки 214 рублей. Ссылочка будет в описании к видео на такую, либо на аналог. Покрывать мы будем, значит, лаком. Лак у нас бесцветный, обычный лак по дереву XB784. Тоже ссылочку на него оставлю в описании, если кто ищет, может найти. Значит, для покрытия нам нужны будут кисточки, можно будет обычными кисточками. Для рисования красить, либо кисточки побольше берите. Фишки, значит, будем покрывать как светлые, так и черные. Краска уже высохла, можно покрывать, восстанавливать, ну, поехали. Наливаем, значит, лак в любую емкость, для того, чтобы удобно было покрывать лаком. И начинаем наносить лак на наши фишки. Лак обычно довольно вонючий, поэтому желательно хорошо проветривать помещение, открывайте окна, двери, чтобы это все проветрилось. Ну и после того, как покроете, нужно положить на 24 часа, чтобы все это просохло. Ну вот, собственно, и все. Фишки наши покрыты лаком. Осталось оставить их подсушиться на 24 часа. И все будет готово. Все, ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Пока-пока.